Всем привет, с вами Роман Раскольников, и сегодня я начну проходить игру под названием Digimon. Мне посоветовал в эту игру поиграть один из подписчиков, и я вот решил попробовать. Когда я только впервые скрины увидел, я подумал, о, да это же покемоны. Ну, по крайней мере, там монстры были похожи прямо на покемонов. Не знаю, как они, типа, очень сильно будут похожи или нет. Ну, сейчас я посмотрю. Добро пожаловать в DigiLab. Это место имеет небольшую связь с цифровым миром. Это дверь в киберпространство. Тот факт, что вы здесь, означает, что вы достойны получить доступ к судьбе, выгравленной в этом месте. Итак, у вас есть выбор. Какая из этих двух судеб является именно твоей? Перед тобой лежит запись истории, что случится, когда реальный и цифровой мир пересекаются вместе. Вы можете посмотреть эту историю глазами двух человек, которым были вовлечены в эти события в одно и то же время. Роль, которую вы исполните в этой истории, будет зависеть от того, что вы выберете. С чьей точки зрения вы хотите смотреть эту историю? Выбирайте. Пожалуйста, выберите историю для просмотра. Я так думаю, это типа про... ну, какие-то организации будут, которые будут друг другу противостоять, да? История новичка одной хакерской команды. Еще один взгляд на этот мир, но глазами хакеров. История кибердетективов в реальном и цифровом мире. Впервые окунитесь в этот мир здесь. Ха. Ну смотрите в чем. Здесь детективы, здесь хакеры. Но здесь хакер-новичок. История новичка одной хакерской команды. Вот. История новичка одной хакерской команды. А здесь я играю за детектива, который уже, похоже, опытный. Ну, я даже не знаю. Наверное, все-таки хакера выбрать проще. Давайте выберем хакера. Начать историю воспоминания хакера. Изменить опции. Их можно изменить позже. Нет. Вы сделали свой выбор. Что будет дальше, будет так, как велит судьба. Теперь прощай. Пока мы не встретимся снова. То есть внутри истории. Мои воспоминания. Важные воспоминания. Счастливые времена, печальные времена. Прискорбные времена, веселые времена. Все эти воспоминания делают меня тем, кто я есть. Дело не только во мне. Мои родители, мои братья, мои друзья, дорогие мне люди. У каждого есть воспоминания. И все эти воспоминания делают мир таким, какой он есть. Эти воспоминания – наши истории. Истории, которые существуют. На границе между реальным миром и киберпространством. Наслаждайтесь чатом. Добро пожаловать. Чтобы войти в чат, выберите комнату. Выберите чат-комнату. А я ничего не могу делать. Это не я выбираю. Имя Анна. А, имя Амма. Не Анна, а Амма. Рад вас видеть. Добро пожаловать. Привет, мир. Готова атака? Ой-ой, я выиграл, ха-ха-ха. Это просто чат, короче. Ну, мне непонятно, что они тут пишут. Dragon Book. Книга дракон. Книга дракона. Нет, там же нет S. Зачем взламывать такой дерьмовый чат для встречи? Клиент действительно перегибает палку.
Почему бы просто не сделать это в Эдем, как обычно? Может быть, им нравится всеобщее внимание? Защита здесь довольно высокая, должно быть, потребовалось некоторые умения, чтобы взломать ее. Любой хакер, умеющий пользоваться программой Digimon, мог бы это сделать, даже такой нуб, как ты. Заксон, команда хакеров нового поколения, именно так они и работают. Для них мы динозавры. Если вам это не нравится, мы можем разорвать наши связи. Хакеры могут делать все, что захотят, верно? Это мой хакерский бизнес. Типа не лезь не в свое дело. Это девиз Худи. Я придумал это. Довольно круто, да? Я был против этого. Давай не будем повторять все это снова. Разве наш лидер в конце концов не согласился? Наш лидер ничего не сказал. Молчание подразумевает согласие. Это всем известно. Все кончено. Хорошая работа. Это новое задание от клиента? Разберитесь с хакерами, причастными к рейдерскому захвату аккаунтов. Отлично. В конце концов, мы защитники справедливости. В чем дело, Рюди? Я имею в виду лидер. Новый парень справится с этой работой. Действительно. Нам нужно знать, что у него есть все необходимое, чтобы быть в худи. Это будет что-то вроде небольшого теста. Небольшой тест? Это довольно опасно. Он еще не готов. И близко не готов. Конечно, риск есть. Но то же самое относится и к нам. Если вы решили стать хакером, вы должны принять это. Я думаю, ты прав. Я обеспечу поддержку. Тебе решать, если ты хочешь это сделать. Я сделаю это. Этот мир изобилует рассказами о честолюбивых героях. Эти герои сталкиваются со всевозможными событиями, объединив усилия с союзниками, чтобы сразиться с могущественными врагами и спасти мир от опасности. Однако в этих историях есть и второстепенные роли, а есть люди, которые раньше никогда не появлялись все вместе. Когда я достиг определенного возраста, я начал понимать, что я не герой. Я всего лишь второстепенный персонаж в этом мире и не фигурирую ни в одном из этих историй. Тем не менее, когда-нибудь я мечтаю о том дне, когда я смогу стать героем. Это я, и это моя история. Герой? А выберите имя. Кейсуке. Блин, не знаю, оставить, не оставить. Ну ладно, я не буду новое имя придумывать. Хотя я могу написать роман. Пускай будет как будет. Добро пожаловать в Коулун, заброшенную часть Эден и топчущую территорию хакеров. Функция разговора моего девайса получает звонок. Это должно быть... Похоже, ты это сделал. Ты слышишь меня? Громко и ясно. Тестирование. Микрофон раз...
Громко и ясно. Хорошо. Что, сэ? Сочи оттуда. Тито, сэ, как у тебя дела? Хм, графические файлы немного искажены. Йоу, Рюди, ты видишь мое лицо? У меня все в порядке. А что насчет тебя, Эрика? Я вижу тебя, брат. Кажется, что единственный шум находится на линии передачи изображения Эден с Кисуки. Должна быть проблема с Digital Wave. Звук идет нормально. Тогда не стану мешать работе. Конечно, тем не менее, мы не можем гарантировать то же самое в более глубоких слоях. Например, в областях со специальной со специальными защитными каркасами. Может, нам стоит все это отменить? Ну, разве ты не самая сладкая вещь? Не говори мне, что ты беспокоишься о новичке. Блин, тут, похоже, перевод немножечко некорректен. А может быть, так реально переводится? Ну, тут что-то я не понял суть разговора. Это не то, и вы это знаете. Вам лучше быть готовым к риску. Я уверен, что уже говорил об этом. В любом случае, пора приступить к работе. Я так понимаю, вы все знаете цель? Конечно. Да, как тыльной стороной ладони. Цель Йодзи Сига. Одинокий хакер Волк, который последние пару месяцев совершал убийственные рейды на аккаунты, верно? Клиенты не допустят хакеров, которые создают проблемы для Эден. Они хотят, чтобы мы наказали Сигу. Другими словами, найти его, избить до полусмерти и разрушить его счет. Мы должны убедиться, что он больше не сможет войти в Эден с этой учетной записи. Поговорим о том, что тебя изгнали из рая. Пора обрушить молот правосудия на противных хакеров в стиле худи. Хе-хе. Не могу дождаться, чтобы начать. Мы здесь только для поддержки. Ладно уже, блин, я просто нервничаю, вот и все. Перво-наперво, давайте соберем информацию о Шиге у хакеров в Калуне. Титоса? Да, вот так. Скачал. Хаммингберд. Блин, Бёрд — это птица, это скорее всего, название какой-то птицы, да, получается? Та-та-та-та! Привет моему маленькому другу на стандартной вредоносной программе Hummingbird. Проверьте это. Эта вредоносная программа может временно взламывать цель девайс, просто подойдя к ней. Если вы натолкнетесь на кого-нибудь в тени, собирая грязь, попробуйте. Здесь или в реальном мире я специализируюсь на сборе информации. Поскольку вы только что присоединились к команде, я научу вас всему, что вам нужно знать. Напомню, что это испытание. Покажите нам свою решимость. Похоже, тебе не терпится идти. Покажи нам, что у тебя есть. Глава первая. Кто-то там, другой сайт. Значит, мне нужно собрать информацию о Шиге у хакеров из Подколуна, а затем установить вредоносный ПО, когда найду подозрительного человека? Это моя первая хакерская работа. Я никогда раньше не делал ничего подобного, но сделаю это шаг за шагом. Так, сейф. Ну, так, нажмите кнопку, чтобы активировать девайс Y. Вы можете сохранять время от времени игру через меню девайса. It's not possible to save some location. It — это не... Я так понимаю, что на некоторых локациях типа нельзя будет сохраняться. Make sure, согласись
согласись с сохранением. Ладно, понял. Жаль то, что не до конца переведено. Так. Ну, слушайте, тут, в принципе, я сейчас играю на геймпаде, но можно и на клавиатуре проходить. Так. Но камеру я двигать не могу. Хе-хе! Йоу-йоу, ты там? Убедись, что у вас всегда есть предмет для восстановления, пугливый хакер. И если вокруг вас загорится земля, держите глаза открытыми, могут упасть медали и другие предметы. Не совсем понял, ну, загорится земля. Возможно, что-то есть рядом блестит там или типа мерцает, может быть реально что-то горит, какая-нибудь лампочка и типа вот. Мне нужно, возможно, с ней взаимодействовать, и оттуда какие-то предметы выпадут. А может это и есть оно? Так, ладно, давайте девайс откроем. А, Дигимон. А, пока что недоступен. Дигимоны мне пока что недоступны. 2000 йен. Создать или организовать отряд. Вот, у нас сохранить. Дигилайн. Друзья. Никого нет вообще. Дикипедия. Так. Мне вот интересно, вот тут типа будет информация о вот этих самых дигимонах. Кстати, их тут у нас 341 штука. Покемонов, кстати, больше. И этот... информация о них будет переведена, или мне ее придется самостоятельно переводить? Вот в чем вопрос. Так, настройки. Кстати, настройки. Я думаю, что мне нужно музыку немножечко подубавить. Просто YouTube может заблокировать видео во всех странах только из-за того, что играет дурацкая музыка. Я не знаю, насколько это критично для YouTube. Круглая штука со стрелкой — это точка доступа. Вы можете использовать его для путешествия по Эден. Зачем я тебе говорю? Как хакер Эден, вы наверняка это уже знаете. Ну, вот это путешествие считается не время для объезда. Для путешествия, наверное. Сига? Я его не знаю. Я никогда не могу вспомнить имена хакеров Эден. Вы впервые под Коулоном? Это самая глубокая часть Коулона. Здесь вы найдете только настоящих хакеров. Средний хакер даже не сможет найти это место. Вы там? Вы не готовы к нижнему этажу. Начните снова. Чего? А некоторые хакеры в последнее время, как сумасшедшие, совершают набеги на аккаунты. Кажется, это работа странной команды, которая носит маски. Может быть, это новая команда? Я спросил у всех здесь хакеров, но ничего не узнал. Может мне пойти дальше? Ну, это мысли моего этого персонажа, за которого я играю. Так. Вот, что-то светится. Медаль Мокумон. Пока что не знаю, что это такое. Сохранить. Предмет. Капсула HP. Ну, это здоровье восстанавливать. SP капсула. Восстановить 30 SP одному союзнику. Ну, я так думаю, это типа какие-нибудь очки действия или выносливости, или еще что-то. Восстановление от яда. Снимает яд с одного союзника и восстанавливает 10... то есть 100 хп. Так. Пароль от худи. Доказательство принадлежности хакерской команде Хьюди. Костюм. Школьная одежда Иноден. Форма
ученицы средней школы, Иноден. Весеннюю пору юности. Костюм. А почему у меня форма школьницы? Наверное, школьная форма просто правильней. Если я играю за парня, зачем мне женская форма? Так, игрок. Имя Кисуке. 2000 йен. Хакер-новичок. Хакер-поинтс. 0 дигимонов. Solved cases. 0 дела. Скилл хакинга. Ничего нету. BBS. Я тоже вообще не знаю, что такое туториал. Сохранение встречи с дигимоном. Типы атрибуты. Ну ладно, это все ерунда. Они все написаны на английском языке, а я вот так вот сразу сходу не могу и переводить. Сига, ах, он... Если вы хотите узнать, о чем вам следует спросить у зоркого хакера, хотя получить от него информацию может быть непросто. Так. Нет. Давайте попробуем сохраниться. Так, ладно. Там он что-то, я вижу, сверкает. Но я пока что не знаю, как туда попасть. Прыгать персонаж не умеет, вроде как. Так, стоп. А мне про это уже что-то мужик говорил. Надо вернуться назад. Или нет? Андерковлун. Так, это ты? Сиг, я его не знаю. Нет, это не он. Так, это может ты что-то там про мерцание? Круглая штука с стрелкой — это точка доступа. Вы можете использовать... Зачем тебе эта фигня? Так, а ты у нас что? Если вокруг вас загорится земля, держите глаза открытыми, могут упасть медали и другие предметы. Вот. Нет, это просто дизайновая локация такой. Да, это дизайновая локация такой. Хе-хе, наша группа Rabbids Circle будет первой претендовать на титул легенда после Джуда. Ты новенький? Хотели бы вы к нам присоединиться? Ох, это одежда, вы с худи. В таком случае забудьте, что я что-то сказала. А, что я что-то... Ну да, сказала. Вы слышали слухи о белом призраке девушки в колонии? Парень? Нет, определенно девушка. Незаконно использовать аватар, который не похож на вас, но в конце концов мы хакеры. Хотя я еще не так хорош. Ух ты, очки девайс, это так классно. Но я предпочитаю компьютерный тип. Вы просто не можете победить это чувство аналога. Получил капсула. Ну, это здоровье восстанавливать. Да, вот странно то, что я не могу, короче... Камеру двигать немножечко неудобно. На столб смотрит, стоит.
Сига? Я не знаю его, но есть хакер, который знает все о подобных вещах. Он должен быть где-то здесь. На картонах сидит. Так, он где-то здесь, реально. А, вот он. Так, для начала я заберу предмет, может быть, потом я его не смогу забрать. Получил спасательные ворота. Тоже не знаю, что такое. Так, вот он. Хотите узнать о Сиге? Я ничего о нем не знаю. Теперь иди прочь. Установить вредоносное ПО. Да. Это определенно он. Я установил вредоносную программу. Теперь я просто хочу, чтобы он сделал свой ход. Я Шига. Тот, который вы только долго искали. Свяжитесь со мной, когда услышите это сообщение. Свяжитесь с Сигой? Я должен сказать Эрюди и остальным. Вы чему-нибудь научились? Отличная работа. Этот парень связан с Шигой. Будет больно, если он будет на стороже. Что нам делать? Нам нужно сразу узнать, где он. Эрика. Дай мне 30 секунд. Тот калибри, который вы установили, отслеживает информацию о местоположении человека, с которым жертва общается, в данном случае с Сигой. Если вы сделаете трассировку из журнала передачи и найдете информацию об устройстве... Там! Он в той области, глубоко внутри. Вот и все. Быстро, правда? Когда дело доходит до аналитической обработки, эту маленькую леди никто не побьет. Он близко. Давай встретимся и выследим его. Мне тоже пойти? Нет, нас двоих достаточно. Роджер, я и маленькая леди будем смотреть со стороны. Даешь ему ад? Даешь ему ад? Что это значит? Подожди там, я сейчас приду. Не будь небережным, потому что с тобой мой брат. Не то чтобы я беспокоилась или что-то в этом роде. Просто оставайся резким. Также послушай, что говорит тебе мой брат. Кроме того, не говорите Титосе или моему брату, что я вам все это рассказала. Это как-то неловко. Сестренка, мы все еще на связи. Не болтай так много, тупица. Я знала, что ты был там все время. Редко можно увидеть такую маленькую дурочку. А с тобой в команде наверняка станет интересно. Я жду от тебя многого, будущий новичок. Я еще даже к ним, похоже, не вступил. Жди там. Я еще даже новичком не могу называться, потому что я даже к ним еще не вступил. Мы наконец-то выследили Сигу. Я его обязательно поймаю, а потом... И верню, мою учетную запись. Я, кстати, пропустил один диалог. Ну, одну строчку диалога. Не прочитал. Произошло это несколько месяцев назад. Внезапно я больше не мог входить в Эден. Это был рейд на аккаунт действия хакера. Мой опытный друг создал для меня временную учетную запись, но в наши дни ваша учетная запись совпадает с вашим идентификатором. Потеряете его, и никто вам не доверяет. И никто вам не будет доверять. Понимаете, наличие временного аватара практически кричит хакер.
Хакеры меняют учетные записи после каждого преступления. Вполне естественно, что они потеряют свой, если их поймают. Поэтому, когда я потерял свою учетную запись, учителя и одноклассники начали подозревать меня во взломе, и я начал ненавидеть хождение в школу. Только мой лучший друг, Ю, все еще верил в меня. Хакеры лишили меня способности принадлежать к обществу, наверное. Именно тогда со мной связался хакер по имени Кей. Наверное, Кей правильнее будет. Я знаю, кто, кажется, взломал ваш аккаунт. Его зовут Йоди Сига. Если вы хотите вернуть свой аккаунт, вам придется с ним разобраться. Зачем я тебе это говорю? Это просто... Я хранитель Эден. Я не прощу никаких актов варварства, которые происходят здесь. Считайте это актом милосердия. Верите вы мне или нет, решать только вам. Мне было не к кому обратиться, поэтому я решил поверить словам этого хакера. Даже Ю не мог меня остановить. Так ты действительно переживаешь это? Я не могу согласиться с тем, что вы преследуете их. Я не могу согласиться с тем, что ты преследуешь хакеров и ловишь преступников. Этот парень Кей, сам хакер, не так ли? Если с тобой что-нибудь случится. Слушай, я твой лучший друг. Если кто знает, что ты не хакер, так это я. Разве это недостаточно? А здесь и Ю. А в диалогах перевели как Ю просто. Если ты твердо настроен на это, я не стану тебя останавливать. Но ты должен позволить мне помочь тебе. Коулун, ты слышал об этом месте, не так ли? Заброшенный район Эден, который хакеры называют своим домом. Читал в сети, что там какой-то черный рынок. Всякие хакеры, обменивающиеся информацией. Кто знает, возможно, мы найдем там информацию о Сиге. Итак, может нам пойти проверить? И вот так вот я оказался здесь, да? Вы не только говорите, что ты не только говоришь, что веришь мне, ты даже готов помочь мне найти Сигу, несмотря на опасность. Спасибо за это, Ю. Это очень много значит для меня. Но я не могу позволить хорошему другу увлечься этим. Вот почему я решил пойти на черный рынок один. Так, я хочу завершить серию. Можно я завершу серию, а? Это черный рынок. Я лучше поспрашиваю у всех, кто знает Сигу. Так, ну что ж, на этом все. Всем спасибо за просмотр. С вами был Роман Раскольников. До встречи в следующих видео. Всем пока!